Судя по радару, сегодня в 9 утра Клавдия Еланская находилась на входе в Мезенский залив. Она преодолела только половину пути от Архангельска в Островной. 30 тонн продуктов, которые находятся на борту, от людей все еще далеко. Поэтому в поселок снова снаряжают вертолет. 3 апреля он отправится в ЗАТО уже 8-й раз. Однако многие жители поселка не слишком надеются на очередную поставку. Говорят, что 2 тонны продовольствия на 1600 человек – это капля в море. Еще до прилета вертолета уже организовались очереди перед магазинами. Люди занимали очереди. Ну, кто не на работе был, вот так вот. Вертолет где-то прилетел в начало первого, ну, в 12:30, 12:40, да. В 15:00 уже пустые прилавки, просто пустые. По словам Ольги, некоторые предприниматели откладывают продукты для знакомых, другим продают по паре картофелин в руки. Местные ждут, когда Еланская вернется к регулярным рейсам. На плановом ремонте она уже больше 2 месяцев. Покраску откладывали из-за сильных морозов. Выйти из доков теплоход смог только неделю назад. Александра Клепцова, ТВ21+.